главное событие у нас чемпионат по футболу. Раз так, то где-то есть бумага, план мероприятий, где важнейший пункт – обеспечение безопасности. Чтобы обеспечить безопасность, нужно что-то предотвратить угрозы. Какие у нас могут быть угрозы, связанные с футболом? Ах да, у нас ведь есть фанаты, правые, левые, есть какая-то среда, и которой теоретически может быть что-то, нуждающееся в предотвращении. И если кто-то пишет план мероприятий, если кто-то надеется выполнять такие планы, то мы знаем, что они, если товарищи любят писать подобные планы, оперативные приказы и так далее, то вот вам и необходимость, вот вам и поле для деятельности. И есть главная структура, которая с этим работает. Можно из подручного материала сшить, предотвратить возможность правого и левого террора. Ну, мы имели такую практику, когда спускаются планы, их нужно выполнять. Вспомните оперативные приказы 30-х годов. И поэтому, наверное, стоит с большим скептицизмом относиться к такого рода сообщениям о раскрытии, когда мы знаем, что на самом деле вместо того, чтобы искать и предотвращать или ликвидировать какие-то реально существующие угрозы, люди по привычке выполняют планы.